Позитив прям как в детстве. Как в детстве позитив, что в детстве на горке катался, получал удовольствие. Сейчас, что сидит сейчас. Всем привет. Хочу сказать слова благодарности соцсетям и создателям этого дела. Пользуясь случаем, хочу передать привет девчонке Ленке Логиновой. Девчушке в свое время 40-летней давности дела с далекой глубинки, девчонки из соседнего дома, сибирской далекой глубинки, с Устарки. Вот нашли друг друга в соцсетях. И оказывается, она тоже любит слушать и разбирать, смотреть игру на гармонии. Теперь это не та девчонка, а Елена Анатольевна, многодетная мамка. Я даже, к сожалению, столько детей не по именам всех не запомнил. Внуки имеются. Вот хочу эту песню посвятить ей. Пусть она вспомнит, если она увидит этот ролик, вспомнит песенку ту, которую мы в детстве пели, бегая под дождем, босоногими по лужам и играя в снежки зимой, катаясь на санках, пели эту песню чудесную. Храни Бог вашу большую и дружную семью, чтобы всегда было у вас светло и радостно, вот как сегодняшний солнечный морозный день. Давайте посмотрим, споем. У нас. Если Лена увидела этот разбор, я надеюсь, что она подпела хорошую песню вместе с нами. Успехов, гармонисты, в разборе вам этой прекрасной песни.